Особое мнение на 101 FM. 13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». Веду ее сегодня я, Светлана Занько. Свое особое мнение высказывает член Общественной палаты Кировской области, член правления Союза строителей Кировской области Александр Булдаков. Александр, добрый день. Добрый день, Светлана. Я уже анонсировала в дневном развороте примерно, о чем мы будем с вами говорить. Точно начнем с отопительного сезона в области, потому что мы с вами, и я присутствовала на комиссии, которую вы возглавляете в Общественной палате, когда разбирался большой большая проблемная история в Богородском, когда этот конфликт, который длится уже не первый год, превратился в то, что Богородское было не готово абсолютно к отопительному сезону, не было дров, не готовы были, не знаю, насколько котельные, но не готово было, в общем, предприятие к этому сезону. Конфликт продолжался, люди могли пострадать. Я видела и следила по вашему Фейсбуку, как активно вы и в течение этого года, и в течение этого месяца участвовали в решении этой проблемы. Пожалуйста, расскажите о том, какова ситуация, какой она была и какая она сейчас. Потому что Богородская — это не один объект, таких много. Это понятно. Значит, на сегодняшний день, вот сегодня запускается тепло в детский сад в Богородском. Котельные заработали, стимул вернулся. Стимул — это то предприятие? Это ресурсоснабжающее единственное в течение 20 лет последних, которое занималось обеспечением поселка и теплом, и водой, и водоотведением. Во главе Любова Александра Михайловича. Там произошел конфликт. Любов ушел на пенсию. Предприятие директора не нашло. И практически зависло. МУП создан не был вовремя. И поэтому, когда мы поехали 15 числа комиссии уже с представителями Заксобрания, с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, был приглашен на совещание прокурор. Мы проехали, посмотрели, в принципе, котельные были готовы, дрова были уже завезены, порядка, ну, полторы тысячи кубов было завезено дров, это порядка 20-30% от, ну, хотя они были не оформлены, и ситуация была, когда мы туда приехали, ситуация была вообще нулевая, то есть предприятия нет, МУПа нет, дрова на сохранении, и нам на этом совещании удалось развернуть, убедить Любого Александра Михайловича вернуться и провести отопительный сезон 2018-2019 года, постепенно передавая полномочия МУПу, которые должны до конца года создать местные власти. И на сегодняшний день, вот вчера был на связи, сегодня они начинают отопление поселка. То есть ситуация разрешилась, даже мы даже не ожидали, что мы этого добьемся. Спасибо, конечно, Александру Михайловичу. Он все-таки Любову, да, он все-таки принял правильное решение. Вернулся с пенсии на отопительный сезон 2018-2019 года. Давайте проанализируем эту ситуацию, потому что она показательная. Еще раз напоминаю, что Богородская не единственный пункт в Кировской области, не единственный муниципалитет, где есть эти проблемы и были эти проблемы. Как могла сложиться вот такая ситуация, что к началу отопительного сезона было чисто поле, что называется, никак не могли разрешить ее? Ну, я считаю, что все-таки жизненно важные вопросы, связанные с коммунальным хозяйством. Что такое коммунальное хозяйство? Коммунальное хозяйство — это слово общее. Общие проблемы, да, народа всего. Значит, в нашем северном краю основа жизни — это тепло. Вода. Эти вещи все-таки должны быть под контролем государства. В обязательном порядке и с участием государства в этих предприятиях. Пускай там это будет даже не контрольный пакет, но блокирующий пакет должен быть точно у предприятия. У государства. У государства в предприятиях, занимающихся этими видами деятельности. Дальше. Я все-таки считаю, что вот, допустим, конец 80-90-х, когда я работал в областном управлении ЖКХ, возглавлял аварийно-диспетчерскую службу, у нас была одна функция. Мы занимались контролем подготовки области к зиме. И вся Россия централизованно собиралась информация, вычленялись проблемы. А тогда еще компьютеров-то не было. Я почему и ушел? Потому что я продумал программу компьютеризации этой всей системы. Мне сказали, денег это нет, и работай так. И, в общем, не получилось создать то, что хотелось.
Вот. Но на сегодняшний день с тем уровнем, как мы говорим, IT-технологии, значит, да, ну, я на сегодняшний день думаю, что компьютер вообще может управлять. Уже машины ездят без людей, да, а мы не можем, значит, собрать информацию централизованно, где какие проблемы, в каком там населенном пункте по отоплению, где задвижки не хватает, где чего, где какие проблемы, где помочь-то людям, просто помочь, но государство обязано тепло дать. Вот я и сказала, что у нас есть проблемные зоны, и стрижи, и безбожник, и Костин, это самые вопиющие. Нет, Костина нет. Белая холуница, мураши. В Костина проблемы нет, Светлана. Ну вот вы меня сейчас поправите, но они озвучивались. Почему нас все время трясет? 21 век на дворе. Потому что я вам уже вот только что сказал, значит, русская пословица, да, тихо запрягаем, но быстро едем, здесь не получается, нужно готовиться к отопительному сезону. Сначала отопительного сезона, готовиться к следующему отопительному сезону, анализировать, контролировать, учитывать, планировать подготовку следующего отопительного сезона. Здесь должен опыт передаваться, то есть, ну, вот, безбожник. Забитые там все котлы уже забиты, топит человек улицу, просто дрова вылетают в трубу, а отопление, тепло не идет людям, да, у него огромные затраты. Человек не понимает, значит, ну, здесь государство должно вмешиваться, да? То есть для этого есть рычаги разные у государства. Потому что это ведь не торговля булочками там на празднике, да, там. Это отопление населенного пункта. В стрижах ситуация сложная, да, то есть из-за того, что там на стадии банкротства, ну, там тоже решается, там вчера я разговаривал с главой района, значит, ситуация решается, я думаю, что они войдут все равно в отопительный сезон, но хотелось бы все-таки видеть, чтобы это входилось так плавно, красиво, подготовленно, со всеми, ну, это основа зимы вятской, правильно? Как без теплоты? Кроме того, что есть конфликт между предприятиями, которые по подряду, по контракту работают с государством и занимаются отоплением, назывались такие проблемные зоны, как рост цен на мазут и на дрова. То есть заложено в бюджете одно на закупку дров и мазута, а цены возросли значительно. Это к чему ведет? Это ведет к банкротству предприятий, ресурсообеспечивающие, да, снабжающие организации. Тариф у него утвержден на год. В рамках этого тарифа она не может производить изменения, да, в течение года. А все остальное растет. Значит, если, извините, государство регулирует тариф, значит, оно должно регулировать все составляющие этого тарифа в течение года. И это уже федеральная государственная задача. Конечно. Это проблема федеральной власти. Тарифы, если мы ставим задачу, это не только в ЖКХ, если мы ставим задачу, мы должны предусмотреть все необходимое для ее выполнения. Неважно, где там, в любом виде деятельности. Если ты говоришь там ребенку, там, сходи, купи хлеб, принеси хлеба, ты должен дать ему денежку на хлеб, правильно? А не так, сходи, принеси хлеба. Согласны со мной? Согласны. Поэтому здесь участие государства в таких важных вещах, как отопление, водоснабжение, ну, в первую очередь, что разрушают, да, когда осаждают город, да? От коммуникации всего, да, то есть, ну, на сегодняшний день. Вы видите, что ситуация меняется? Что вот эта система, это же не первый год такая ситуация, да. Она десятилетиями длится. Да. Что эта система, которая пришла вот сейчас, судя по моим ощущениям, она вот в разрухе просто находится. Что предпринимаются какие-то серьезные шаги и решения для того, чтобы мы вышли все-таки на современный какой-то путь развития, и у нас не возникали такие ситуации, когда то дров нет, то мазута нет, то котлы не почищены, то человек на пенсию ушел, а государство, значит, не при делах. Меняется что-то сейчас? Не знаю. В правительстве пока, что-то пока, делается? Пока я не вижу. Ну, вот все-таки, вот знаете, у нас любой бизнес, да, любое предприятие, открываешь устав, первое, да, для чего создано предприятие? Для получения прибыли, да. Любое предприятие создается для получения прибыли. Вот в уставах этих организаций первое должно быть не получение прибыли, а обеспечение людей жизненно важным ресурсом. Но тогда это точно не бизнес, тогда это точно государственная структура должна быть. Да. Точно, ну, государственная. Нет, пускай она будет, пускай это будет... ДЧП. Государственно-частное партнерство. Государственно-частная организация, да, с участием государства обязательно, чтобы государство могло блокировать решение какого-то частника. Пускай частник зарабатывает. Вопросов хорошо нет. Бы государство и собственные решения вовремя умело блокировать, потому что регулирование цен на мазут и дрова мы видим, что не происходит.
Да, сначала один тариф устанавливается, вы же понимаете, да, то есть, грубо говоря, государство говорит, гигакалория стоит рубль, утверждается тариф в январе. Да. В марте сентября... в два раза поднимаются цены на это предприятие, приходит к банкротству. Кто за это отвечает? Предприятие не виновато, потому что ему ограничили отпускную цену. И в таких условиях бизнес действовать не может. Не может. Не может. И ваш прогноз, и в следующем году мы тоже будем разрешать такие проблемы всем миром, что называется, потому что общественная палата и комиссия по ЖКХ просто не вылазила из этой ситуации. Ну, я думаю, что... Жители Богородского уже обращались. Я все-таки, да, я все-таки думаю, что выводы делать надо, и надо первое, значит, да, все-таки, как любую болезнь, как лечат, да, диагноз надо сначала поставить, да, то есть надо наладить контроль, сбор информации, контроль, учет и анализ, да, допустим, этого года, правильно? Чтобы к следующему году что-то изменить в системе управления государственного участия в этой системе. Но справедливости ради, надо сказать, что правительство заверило, что все хорошо, отопительный сезон пройдет прекрасно. Однако каждый раз накануне сезона все время возникают критические ситуации. И в процессе тоже, между прочим. Ну, значит, как бы, когда... Может быть, ошибки какие-то свои научиться уже признавать? Единственная система... Ну, понимаете, у нас же еще произошло разделение власти, да, грубо, у нас есть муниципальная власть, да, и государственная власть, да. Есть закон о разделении, о разграничении полномочий властей, да, муниципального и государственного. Вот здесь, как мы говорим, школы наконец-то, да, с 2019 года переводят в государственную собственность. Немножко на муниципалитеты нагрузка снизится, как бы, да, по содержанию школ. Но вот такие вещи, как отопление... Тоже нужно перевести. Это, я считаю, что государство обязательно здесь должно контролировать. Это жизненно важно, еще раз повторю, это жизненно важная проблема для нашего края северного. Нельзя на севере, значит, так относиться к теплу. То есть либо МУПы, либо ГЧП. И полный контроль государства. Это уже, как бы, я здесь не советчик, да, существуют разные формы, надо выбрать, значит, люди этим специально занимаются, люди, надо подойти к этому грамотно и выбрать ту форму, которая будет... Форма нужна в этой отрасли? Я считаю, да, конечно. Мы продолжим разговор после короткого перерыва. Напоминаю, что вы слушаете «Особое мнение» Александра Булдакова, члена Общественной палаты Кировской области. «Особое мнение» на 101 FM. Да, это программа «Особое мнение». Веду ее сегодня я, Светлана Занько. Свое особое мнение высказывает Александр Булдаков, член Общественной палаты Кировской области, член правления Союза строителей Кировской области. Раз мы заговорили про муниципалитеты, то, наверное, вы, как в том числе член комиссии по аграрным вопросам Общественной палаты Кировской области и развитию сельских территорий, не могли не заметить, что пошел какой-то просто, не знаю, звездопад глав муниципалитетов и глав районных дум. Увольняются люди, уходят по собственному желанию или возникают конфликтные ситуации. Вот у нас один из примеров происходящего в муниципалитетах. Глава Куменского района Александр Рылов подал в отставку. И со слов Сергея Мамаева, депутата областного законодательного собрания от КПРФ, в кулуарных разговорах с депутатами Александр Рылов отметил, что еще 5 глав районов готовы оставить свои посты. Связывает он это с банкротством муниципалитетов. Что скажете? Ну, у нас со слов Сергея Павлиновича Мамаева много разных домыслов, значит, да, звучит в средствах массовой информации. Значит, то, что это Рылов сказал, никто не слышал, кроме Сергея Павлиновича. Значит, ситуация, она на сегодняшний день сложная в муниципалитетах. Почему? Потому что идет, мы же видим, идет реформа, да, как бы там и школы забираются, значит, и, значит, региональный оператор по бытовым отходам, значит, вот эти, ну, очень много разных изменений начинается, значит, да, которые доходят до муниципалитетов. И не каждый руководитель, вот я сегодня с двумя встречался руководителями районов, значит, не каждый может, не хочет даже, не то что может, не каждый хочет слишком сильно грузиться, перестраиваться. Рылов, пенсионер, военный, ну, как бы,
Ну, человек сказал, я ухожу. Я устал, я ухожу. Ну, пусть работают другие. Я не знаю, какая ситуация. Я не могу сейчас говорить публично, значит, какая ситуация в Кюменском районе, потому что я не владею информацией. Я не могу владеть всей информацией во всех вопросах. Ну, вот с теми главами, с которыми вы встречались, люди они работают, что говорят? Люди работают. Отопительный сезон готовится. Учебные заведения работают. Вы сейчас говорите как член правительства. Да. Нет, Светлана, значит, я всегда говорю так, как я говорю. То есть нет проблем в муниципалитетах? Нет, они есть проблемы. Я финансовую составляющую муниципалитетов не знаю. Я сразу говорю, я не владею этой информацией, но люди работают. Котельное тепло запускается, школы функционируют, дети учатся, больницы работают. Сложно у них ситуация. В чем сложность заключается? Я считаю, сложность в том, что не хватает, наверное, ресурсов финансовых. Денег нет у муниципалитета. Нет денег, да. Вот почему? Потому что, ведь у нас как устроена система? У нас же деньги уходят в Москву, в область, какие-то налоги потом, значит, распределяются обратно. Значит, денег, может быть, не хватает. Я не вникал в составляющую финансовую, значит, сами бюджета. Муниципалитеты способны зарабатывать? Не каждый муниципалитет может зарабатывать. Но я считаю, что чтобы все-таки человек, значит, глава района, допустим, да, или глава там поселения какого-то, да, но это все-таки человек, такой, скажем так, лидер, да, целой территории, и у него должен быть какой-то ресурс. То есть я считаю, что часть налогов надо оставлять муниципалитетам, да, чтобы у него была какая-то своя, вот какие-то деньги свои должны быть и не маленькие. И вот эта ситуация как раз обсуждается, потому что никто не снимает обязательств по обеспечению там, да, социальными услугами населения, никто не снимает обязательств по развитию, по поддержке того и сего, а денег никто больше не дает. И вот здесь дилемма возникает перед главами муниципалитетов. Как со всем с этим справиться, как выполнить все требования при таких бюджетах? Ну вот я вам уже в начале разговора это и говорил, да, если ставится задача какая-то, неважно где, значит, она должна быть подтверждена и обеспечена ресурсом, неважно каким, но необходимым для выполнения поставленной задачи. То есть нужно внимательно посмотреть на перераспределение ресурсов денежных в государстве? Ну я считаю, что все-таки бюджет надо формировать снизу, да, а не сверху. Как бы вот потребности людей, то есть задачи, нужно формировать задачу под конкретные деньги. Вот надо жить посредством, да, есть такое выражение, живите посредством. Вот они и живут посредством, ну, сколько дали. Значит, минимальный уровень, он должен быть государством определен, да? То есть минимальный уровень снабжения муниципалитетов финансами. Минимальный уровень жизни, да, он должен быть обеспечен государством, как бы, да. Жизнь каждого человека. Каждого человека. Государством. То есть как-то это должно перераспределяться. Я не финансист. Он обеспечивается минимальный уровень. Вот мы и живем на этом минимальном уровне. Он обозначен и обеспечен. Вы знаете, минимальную зарплату, минимальную пенсию, нет, минимальные, Светлана, объемы. Я просто помощи. Нет, я просто считаю, что житель Москвы и житель Арбажа, да, какой-то минимум, да, усредненный, должен получать одинаковое. Это понимаете? Вы сейчас как раз вот говорите про другое уже. Там не минимальный уровень обеспечен, который так обеспечивается, а выровнять как-то эту ситуацию, да, по стране. Да, потому что в одном месте густо, да, а в другом пусто. И задача государства, я считаю, что как раз выступать здесь регулятором, да, чтобы перераспределять... Выйти за границы Московской области. Да, наверное, так. Продолжаем разговор. Это особое мнение Александра Булдакова, члена Общественной палаты Кировской области. И мы обсудим вчерашний эфир. Напоминаю, была программа «Урбан». В нее приходили глава региона Игорь Васильев и сити-менеджер Илья Шульгин. Среди планов, которые были озвучены и ранее, и на этом эфире, и губернатором, и сити-менеджером, были и генплан новый, и коммуникации новые, и проектирование оврагов Засоры и Ежовского озерно-родникового комплекса, необходимость устройства пешеходных зон, велодорожек, изменение транспортной системы, строительство спортивных культурных комплексов в каждом районе города, масштабный проект по реконструкции района Вересняков. Много чего не было еще озвучено. Как вы оцениваете направление, которое обсуждают и планируют реализовать власти? Значит,
Игорь Владимирович и Илья Вячеславович, я считаю, что ну, такая свежая струя, да, в движении, значит, в Кировской области. Но есть маленький нюанс. Это моя точка зрения. Значит, здесь нужна серьезная команда. Здесь нужна серьезная команда и планирование, вот все, что задумано. Почему? Потому что существует последовательность. Я строитель. В строительстве существует последовательность. Нельзя крышу сначала взять, а потом фундамент подводить. Вот. Значит, здесь задумано очень много. На сегодняшний день, допустим, мы делаем дороги. А завтра мы будем тянуть провода, закладывать. Тротуары мы сейчас, да, везде. Благоустройство, тротуары. Да, это красиво, это видно. Но завтра мы начнем закладывать сети канализации. Завтра начнем прятать провода под асфальт, под тротуары. Значит, это мы снова начнем все ломать. Начнем это все ломать. Опять нужны будут деньги. Опять на это же. Вот, вот здесь, чтобы не произошло ошибки, здесь надо четко спланировать последовательность, последовательность выполнения задуманного. То есть по порядочку все должно быть, да? Вот. А не так, что давайте это сделаем, оп, потом, стоп, еще надо вот это сделать. А чтобы сделать это, надо сломать это. Вот этого, чтобы не получилось. А так, проекты все такие мощные, как бы, да, вятка такого, ну, даже раньше не то, что не планировало даже, да, даже разговора такого не было, да, там, значит, там, сделать супер парк, допустим, там, в Ежовском озерно-родниковом комплексе, да, или там вересники, да, из вересников, там, из болота этого, да, трущобы. Кто там бывал, это вообще трущобы там, значит, сделать современнейший, да, берег Вятки, низкий, да, низкий берег Вятки с выходом, он единственный у нас здесь на территории, потому что кругом у нас крутые берега, и только на Вятке у нас есть, в Кирове есть единственное место, это Вересники, ну, еще Заречный парк, где можно, грубо говоря, там сделать что-то такое, вообще развить эту территорию. Вот, кстати говоря, этот проект по Вересникам, точно так же, как и по Заречному парку, сколько позитивных откликов вызывает, потому что все хотят видеть красивую территорию, развитую, потому что действительно близость к реке, природные условия хороши, столько и критики. Кстати говоря, в том числе и от ваших коллег-строителей, как можно на таких низких местах, которые подмываются там рекой, вообще что-то планировать. Что скажете? Ну, на сегодняшний день, ну, Петр вообще на болоте Петербург построил, правильно? Вообще на болоте, да? И не имея там 300-тонных кранов, там, 50-тонных самосвалов, да, на лошадках Питер построен, да? А на сегодняшний день это вообще не проблема, я считаю, да? То есть, если правильно просчитать там все, сделать берегоукрепление, сделать повышение, отсыпку грунтом, то существуют технологии, свайные там разные, ну, много разных технологий, когда можно там это все построить. То есть вы поддерживаете такой план? Я поддерживаю. Вы считаете, можно реализовать? Я считаю, да. А второй вопрос, который возникает по таким крупным проектам, это денежные средства. И если мы про дороги, тротуары и сети, которые под землей, более-менее все понятно, это федеральные большие программы, это концессионные соглашения, то про освоение таких больших территорий, как Вересники и Ежовские озерно-родниковый комплекс или Засора, непонятно, откуда можно взять деньги. Значит, вот смотрите, я... Мы сейчас начнем, через минуту прервемся. 25 лет назад на Болотине, на краю леса, купил 10 соток земли. Я их потихоньку благоустраиваю. У меня уже там и пруд, у меня там и сосны уже по 20 метров выросли. И все тихонечко-тихонечко у меня там появляется такой райок. Вот если мы сейчас скажем, нам надо за год сделать Вересники, не надо делать за год Вересники. Давайте мы за 30 лет их сделаем. За 50 лет давайте сделаем Вересники. Почему? Вот у нас в последнее время ничего не нравится. Надо все за 5 месяцев построить садик. Угу. Да не надо за 5 месяцев строить садик. Потому что вы завтра будете его ремонтировать. Потому что он начнет усадку давать, трещины пойдут, там, ну, много чего там. Ну, потому что когда идет скоростная круглосуточная работа, потом это надо будет исправлять. Так, вот сейчас мы прервемся. Я первый пункт поняла, что, во-первых, нужно правильно планировать время, сроки этих работ. Конечно. Не надо спешить. Еще наверняка есть какие-то замечания по этому поводу и рецепты, но мы их озвучим уже после короткого перерыва. Особое мнение на 101FM. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Свое особое мнение высказывает сегодня член Общественной палаты Кировской области Александр Булдаков. Итак, мы продолжаем разговор о больших планах по
глобальной какой-то такой реконструкции города, планов, приуроченных к 650-летию. Хотя вчера, кстати говоря, снова я отношусь к вашему первому замечанию по поводу территории Вересняков, оврагов Засора и прилегающих к ним, когда вы сказали, что до перерыва, что нужно поступательно, не надо торопиться, поступательно действовать. То же самое вчера сказал Илья Шульгин. Он сказал, что не надо торопиться. Что... И Васильев тоже сказал, что нужно правильно планировать и делать это частями. Это связано в том числе и с деньгами. Потому не слышал одинаково, думаю. Говорили, да, они. И вы сказали, что вот прежде всего фактор времени. Не надо бежать и прямо завтра пытаться что-то сделать, потому что это чревато серьезными ошибками, потом не наисправляешься, что называется. Что еще? При каких условиях такой проект можно реализовать глобальный? Вересники? Вересники, Засора, Ежовская. Это все вместе. Ну, здесь надо продумывать. Надо, во-первых, значит, сделать хорошее изыскание, да, провести. Вот как бы сейчас закинута идея, что там можно сделать, да? Ну, первое, если уже идея такая возникла, нужно провести геологические, топографические изыскания, да? Сложная территория, техническая подготовка должна быть серьезной. Да, надо посмотреть, значит, на уровне задумки, что вообще, какие грунты там, да, водонасыщение, уровень грунтовых вод. Вот это все надо продумать, посмотреть, и тогда как бы вот уже определяться, значит, что там вообще можно, да? Ну вот смотрите, прошли технические... Может, там можно, как в этот самый, там, в Диснее построить там этот самый супер концертный зал, да? Почему нет? На берегу Вятки, да, с видом на Вятку. А вот где мы нашли место для концертного зала. Нет? То есть сначала техническая подготовка, делать все не спеша, прорабатывая каждый вопрос, а дальше все-таки где деньги на такую большую территорию взять? Ну, где деньги? Федеральных программ под такую территорию пока что нет. Работа с инвесторами в Кировской области, а это пока что такой миф, вложение частных денег в подобные территории. То есть в Кирове не то что миф, этого просто не было никогда. Ну вот здесь, смотрите, значит, опять же, мы говорим вот абстрактно. Как строителей заинтересовать? Нет, подожди, девелоперов? Подожди. Мы говорим опять абстрактно это пока все. Значит, вот на стадии, я считаю, что территория есть, она привлекательная. Нужно провести, во-первых, геологические изыскания, как я сейчас говорил. Во-вторых, концепцию примерно в рублях. Никто ведь не знает, сколько это будет стоить. Вот что мы хотим? Можно построить на 100 миллионов, да, можно построить на 100 миллиардов, да, можно построить там... Надо определиться. Надо же потом, чтобы все это работало. Вы говорите, где деньги взять? Вопрос сразу такой. Сколько денег? Ну, что деньги не имеют. Я думаю, что не имеют, такой. Имеют, я думаю, что не такой. Не сколько денег, а на что вообще? На что? Что там будет? И сколько денег, да? То есть, и сколько потом? То есть, на что? Посчитали, что нам надо тут построить второй Дисней, значит, да, там... Это нам надо триллион, да? Или элитный нам говорят, жилой микрорайон. Да. Элитный жилой микрорайон. Да. Или мы делаем Вятку, значит, там Казань у нас спортивная столица, да, а Вятка у нас, значит, там шоу, как это, я не хожу на концерт, как это называется, когда концерты, вот эти песни поют там все эти, там, на гитарах. Эстрадная? Эстрадная столица. Эстрадная, культурная, эстрадная, концертная столица России, да? И построить здесь, вообще застроить тут, на Вятке построить еще где-то, настроить это. И пускай мы в центре находимся, да, с Урала сюда 1000 километров, с Москвы сюда 1000 километров, с Самары сюда 1000 километров, да, там, с Усинска сюда 1000 километров. Ну, пуп земли здесь, ну, Европы. Человек, который поддерживает идею Игоря Васильева. Вятка, да, концертное шоу, не знаю, столица Российской Федерации. У нас же должна быть какая-то изюмина. Концепция должна быть. Да, продолжаем разговор. Это особое мнение Александра Булдакова. Мы сейчас следующий вопрос обсудим. В Кирове количество помоек растет. Пишет об этом Николай Пехтин. Мы это тоже обсуждаем многократно. Но почему я ссылаюсь на Николая Пехтина? Он вчера опубликовал у себя в Фейсбуке ссылку на материал по Челябинску, где пишется о том, что в Челябинске ситуация точно такая же. Мусорные свалки у контейнерных площадок. Ну, просто один в один, как у нас. Кому интересно, зайдите на аккаунт Николая Пихсина. Он открытый и можете посмотреть эту ссылочку. И там автор утверждает, что делается это намеренно с целью взвинтить цены на вывоз мусора. И все это в преддверии вот этой мусорной реформы. Николай задается вопросом, может, это и у нас делается для того, чтобы взвинтить цены на вывоз мусора? Вы не можете не замечать, что у нас у контейнерных площадках сейчас горы мусора.
Ну вот они начали появляться пару месяцев назад практически. Значит, здесь произошел, значит, я так думаю, здесь произошел вот этот провал финансовый, да, по оплате стоимости услуги по оплате. По вывозу мусора? По вызову мусора. То есть по весне он взлетел, значит, официально до 260 там чем-то рублей, да? А с августа месяца он резко упал до 16 рублей на уровне закона. И получилось то, что люди по 260 счета повыписывали, деньги не собрали. Управляющей компании? Нет. А кто? Спецавтохозяйство. САХ? Да, САХ. Налоги заплатили за квартал. А потом раз, резко с августа, да, по 16 рублей, то есть в 20 раз почти, да, там, ну, в 15 раз упало. И вот я так думаю, что вот этот срез, грань вот эта, да, то есть обрывчик такой, вот эти все пограничные, как это в радиотехнике, пограничные зоны, да, это полупроводниковые, да, вот здесь вот как раз или усиливается, да, что-то, да, или наоборот, принцип транзистора. И вот как раз на этих срезах, вот сейчас посмотрим, что будет с Нового года, да, когда там... Подождите, подождите. САХ заявлял здесь у нас в эфире, что происходит это в основном из-за недобросовестных управляющих компаний, ну, расплодившихся в городе. Ну, как бы вам сказать, управляющие компании говорят, САХ виноват, да, САХ говорит, что управляющие компании, ну, у нас когда-нибудь кто-нибудь сказал, что это мы виноваты? Вы слышали это хоть раз в прямом эфире? Нет? Ну, вот то, что вы говорите, объясняет, почему одновременно по всей стране появилось такое количество свалок. А потому что одновременно по всей стране произошло резкое увеличение по зиме платы за экологический сбор. А потом резко с августа месяца упало по всей стране в 15 раз. Поясните мне, пожалуйста, еще раз эту схему. То есть вот такие предприятия, как спецавтохозяйство, которые вывозили мусор, они заплатили большие деньги, да, да, а потом не смогли собрать, да, эти деньги с управляющей, да, компанией, потому что тариф упал, да, и управляшки могут по этому, да, тарифу платить вот столько, да, в разы меньше. Да, и началась разная там, мы контейнера, мы давай, мы возили там каждый день, начали возить через 3 дня. Ну, то есть людям надо, чтобы не обанкротиться, нужно снижать затраты, да. Как их снижать? Вот если здесь по-серьезному начать разбираться, то как бы вот я думаю, что вот эта проблема такая, а не потому, что с 2019 года у нас, значит, будет новая система, ну, я ее называю налогообложение, да. Подождите, про 2019 год. Но сейчас вот этот разрыв, управляющие компании, они на основании закона сейчас и платят по этой низкой ставке. Конечно. С них нельзя стребовать больше денег. Нет. Они не могут с людей собрать больше. Нет. Денег. А САХ, который вывозит, или другие хозяйства, которые вывозят, они потерпели большие убытки, и сейчас их компенсируют тем, что реже вывозят контейнеры, конечно, и меньше контейнеров. Я считаю, это моя точка зрения, да, я считаю это так. Так это провал опять государственной политики получается, вот этого решения странного? Ну, наверное. Этого странного решения. И мы в этом коллапсе будем до какого времени-то пребывать? Потому что я понимаю основания и тех, и других действующих лиц. Я думаю, лиц. До Нового года. До Нового года. А что случится? А с Нового года там уже у нас будет единый региональный оператор. А тариф? Сбор, тариф будет уже с каждого человека собираться. Но на сегодняшний день там тоже пока, грубо говоря, вопрос еще не решен. Никто еще не знает. Ни тарифов нет, ни схемы нет, ничего нет пока еще. Все в стадии, в какой-то вот такой непонятный. Потом это тоже серьезный вопрос, который надо на сегодняшний день решать. То есть бесполезно Илье Вячеславовичу Шульгину стучать кулаком по столу и требовать от управляшек убрать мусор? В этой ситуации нет, она неразрешимая? Нет, ну, вы понимаете, я вот маленький вопрос, значит, как бы, маленький нюанс такой. Значит, я все-таки считаю, что как бы вообще стучать никто никуда не должен, да, ни кулаком там, нигде, да. Есть, допустим, правило, да, то есть, когда начинают на управляющую компанию там стучать, почему бардак во дворе, допустим, да, дома. А если у управляющей компании нет договора с собственником на устранение этого бардака, почему начинают стучать кулаком на управляющую компанию? Стучите на собственников. Почему они не платят? Ну, там данный случай не в собственниках дело. Ну, нет. А вот в этом разрыве, о котором вы говорите. Вот. То есть ничего здесь не сделать до Нового года? Я думаю, что Светлана ничего здесь не сделает. Понятно. Последний вопрос. Вчера в нашем эфире Сергей Мамаев заявил, что городским властям нужно заняться ликвидацией подпольных борделей в городе. Сергей Павлинович их насчитал около 200. Вы как считаете, эта проблема действительно актуальна в нашем городе? Если да, то кто ее должен искоренять?
Я не знаю, как Сергей Павлинович сосчитал. Он не сказал. Не сказал? Я спрашиваю. Ну, я вот как бы на сегодняшний день вообще не знаю, что такие организации у нас находятся в городе. Но подразумеваю, что они, наверное, все-таки есть, да, потому что физиологию ее не отменишь, да, потому что человек живое существо, и значит, древнейшая профессия, да, жрица любви, она была, есть и будет. Ее не искоренить. Практически во всех цивилизованных странах мира, значит, существуют узаконенные, да, эти услуги, как бы, да. Ну, раз есть профессия, значит, должно быть место работы. А, государство взяло под контроль и получает налоги. Ну, вы смотрите, Николай I, значит, узаконил, да, эту услугу, эту профессию, да, в начале 19 века, да, в нашей стране. В связи с чем? В связи с тем, что народ начал умирать от массового заражения венерическими заболеваниями. Поэтому была вынуждена мера, и наш царь принял такое решение. То есть вы говорите о том, что если невозможно избавиться от проблемы, нужно ее взять под контроль. Да. Ей управлять. Да. Легализовать проституцию. Да. Все понятно. Спасибо за ваше особое мнение. Сегодня в нашей программе был Александр Булдаков, член Общественной палаты Кировской области. Программу вела Светлана Занько. Всем хорошего дня. Особое мнение на 101 FM.